скажу. Тут же эти задания. Задания какие-то новые. В честь дня рождения-то. Надо тут сплясать, вот тут что-то. Давай сюда, надо танцевать. Давай. Я прилечу сейчас. Ты написал, короче. Я прыгну. Не бойся, не бойся, долечу. Сейчас мне друг просит, чтобы ему ссылку скинул на твой канал. Сейчас скину, окей? Так, а это... А что тут за задание-то хоть? Можно скинуть? Да-да-да. Торт... Перед тортами какими-то надо. А где я? А где торты? Я к тебе лечу. А, блин, а что, нельзя карту побольше сделать? Где-то тут должны быть торты, которых нет. Я ему ссылку скинул, короче. О! А, показалось. О, это бутылек валяется. Лучше я туда внутрь не пойду. Не, нам надо станцевать перед тортами какое-то задание. Тортами? Да, перед тортами. Тысячи появляются же реально на карте. И метка на карте стоит у меня, а их что-то нема. Может, они появляются через некоторое время? Здесь уже людишки. Так, берем пару. О, еще бы шубой был бутылек. Два выпью. У тебя людишки, а у меня логишки. Ну что самое забавное, стрим еще ни разу не упал. Это хорошо же. Так ты машину сел? Да, но я же с нее и вылез. О, кубик. Тебе нужен синий кубик? А, это подарок. Кубик? Это а, тихо его. Тебе держи. Его место. Держи. Красавчик. Ломаем. Чё там? Гранатомёт, слушай, нашел. Смотри, у него. Пульба! А, это в шаре, это в шаре. Готов. Пойдем убирать его надо. В общем, станцевать перед тортами не получилось. Саша, на меня. Я у ракеты прибил. Есть нормальная винтовка здесь или нет? Извини за кашель. Да, я думаю, что не кашлю, у меня тут. А где человека больше? Или он один? Походу он один был, потому что нету. Ну, я его потряс. Я а, Рома, тебе привет, это не Мэре. Это не Мэре. Это кто? Похоже, твой друг, которому ты ссылку скидывал. Валя, кто зашел? Как я называю. Так. Давай, нам надо в зону. Ну, мать, нахер тебе. Садись за руль, я не хочу за руль. Садись. Погнали. Так, погодь, а там где? Это, патроны сейчас заберу и идем. О, я карнажа вижу. Сейчас знаешь, как есть? Просто прям, вот так вот прямо и есть. Опа. Рома, бежим отсюда. Короче, за руль поеду, кейс не против ты. Я знаю, где карнаж. О, здрасте. Дави его.
Где он? Это у тебя белая дубина. Саш, побежал, слушал. Как бы просто не. Наконец-то! Я чуть не того. Спасибо. Было бы за что, бери тут у него оружие крутые. А я возьму вот. Бутылек большой не выпил случайно. Ой, опять стреляют. А кто? Опять стреляет. Резов нету. А птичек нету. Да крезов я хотел в первый раз в жизни построиться. Не фартануло. Это полекайся. А то сейчас тебя убьет кое-кто. Я косой еще достал тоже. На, полечись. Или там у него есть. А у тебя есть уже? Да. Вот игровые условности, понимаете? У меня там отличная регенерация. Фу ты, Рома! Я глупый, тут же капусты кругом. Я тоже тупанул, прикол. Подожди-ка, а карнаж забрали? Карнаж забрали. Ты напомнил про капусту, вспомнил ее? Ром, поехали в зону. Короче, не буду больше брать уточку. Нам все равно акула не попадается. Сейчас ты удочку не возьмешь, она сразу... О, подарок, и она сразу появится. А я, это разве не тот, который мы открывали? Нет, не тот. Это я тот. Начальник. Давай, погнали отсюда. Поехали. Или погоди, или взять хотя бы маленький пузыречек. Не знаю. На, ну выпей его. А, возьми вон вот эту штуку-то. Тебе же они нравились. Это же вместо винтовки это получается набрать. Ну вот. Подожди-ка, а что ты точно не стреляешь, гляну я. Рома, Рома, нет. зона у нас. А, уехали. Сейчас, погоди. Угу, ага. Гони! Ты за рулем. В смысле? Ай! Садись! Да на контр, ё-моё! Ой, не важно, погнали. Погнали. Рома, не обижайся, но она у тебя что, на ручнике? А это не моя машина, ты не вирусил. Аргумент. Ну, звездец, еще и топлива нет. О, а тут еще человек. А, это не человек. Это бот. Мне нужен хил. А у меня есть уже. Акула! Ну-ка. О, сундук за зубы. Блин, чуть не упал. Надеюсь, она мне руку не оттяпнет, я веном. Если что, отрыгни. Ближе к ней кидай. Мне в нее кидать на. Иди к сундуку. Да блин! Рома, иди без меня. Нет. Еще придумал, что. Чего это так быстро плывет? Где не попасть? Она вот летела, наверное. О!
Выбился, да? Иди сюда. Иди лечись, а. Костер же. Уа! Уаху! Это дрифт! На кули! Нам туда! Нам за зону! Давай! Эй, ну вот, короче, ты понял, типа дрифтим. Бежим! Я уже летал на ней. Блин, здесь. О, можно по реке. А, тут на другую сторону плывет река. Короче, Роба, мне хана. Прощай. Почему? Я не добегу. Ну то я добегу. Хоть нет, у меня есть две аптечки. Две аптечки большие. Я еще не знаю даже. А далеко до... Ёшкин матрёшка. А типа машины. Все, главное, так, главное, я понял, что этот трюк работает, только я не понял, как ее управлять. Я лечусь. По реке плыви, если она, конечно, в ту сторону. Прощай. А нет, у тебя шансы есть. Я могу закинуть так? Нет. Нет, не могу. Садись в лодку. Можешь сесть? Не. Ты можешь обидеть. Ты это. Короче, я сейчас умру, заберешь мою карточку. А может ты меня поднять? Позже ты меня подымешь? Постараюсь. Ну что ты на лодку швырнул, а вот так вот. А, я уже помер. Живучий. На. Где карта твоя? Или я подобрал? Ты подобрал уже, беги! Хилься быстрее! Ребят, не повторяйте этого. Это яд просто глупый, неадекватный, мне можно. А чё не могу сесть? Пулеметик мой подбери хотя бы, но... Ну, я сейчас хочу жить. Быстрее, быстрее. У меня сердце стучит, ты бы это видел. Я даже не буду вылезать, прям так поеду. Вот так. О, там возрождаловка. Быстрее. Это не надо. Да ты чуть не умер. Рома, по-моему, по твоей душу волки. Я вижу. Роба, тебе надо быстрее ехать. Там... Бинты вон там. И грибочки. Да блин, не люблю вот эту фигню, блин. То, что она он летает прям высоко. Все, полетели. А это последняя возрождаловка. Может, ты меня возродишь, я добегу или уже никак? Сейчас тузон закроют ее. То, что надо. Блин. Отменяй кубик. А уже есть. Нафиг. Так это выкидываю. Там. А что взять-то? Ракетницу бери. Так у меня уже есть, вот она, желтая. Тогда надо было брать вторую аптечку. Уже поздно. О, здрасте. Он кто-то с ботами перестреливается.
Они с ботами перестреливаются, погоди. Не, что-то неохота погодить мне. А ну, мне все равно не должны видеть, я же это, с глушителем хожу. Я потихоньку пойду. Ну они живучие, я бы ботов уже давно... Все, в ангар. Сейчас прикину, как на меня, они, оказывается, меня видят, а я их нет. Иди в зону. Как? Так они в этом фигне сидят. Ты думаешь, они еще живы? Ну, постреляй в нее чем-нибудь, разрушь. А нет, их тут. Вон они. Можно подстрелять? Да. Я думал, их боты убьют, они убежали. Скилловики. Я что, уже пойду против троих? Угу. Не страшно. Вон они. Вот. Блин, не зря дворки, я бы так их как шмальнул. У есть. Тебя заряда нет, а у них заряды есть. Вон, а, машина не работает. Один на один остался, серьезно? Нет, их двое. Нет, один на один. Ракетницу поменяй, там есть патроны, наверное. Есть. О, у них и Веном, и Карнаж. Это считай, один я остался. Ой, один на один остались мы. Если тупо, ну извини, сразу говорю. Ой, я ж туплю постоянно. Попробуй попробуй крышу поставить. Я что-то просто... Не надо... Я хотел выйти отсюда. Я просто знаю, что такое слышу, просто звук пушки какой-то. А я Бутыльков. Где он? Саш, скажи, где он? Это я слепой, наверное, опять стал. Подожди, он там сидит? Так, погоди, где-то шаги. Рома, в зону, а то сейчас зона тебя раздавит. Ты бы хоть пузырек защиты взял. Взял вместо. Секунду. Аэродроп, не надо к аэродропу, он тебя там ждет. Не надо. Да где он? Саш, скажи, что он вышел, задолбал. Ага, он выйдет, и у нас будут проблемы. Ты главное в зоне будь, потому что тебя раздавят иначе. Или может тебе реально к аэродропу сбегануть забрать? Пальба! Подожди-ка. Yeah! Я это выложу. Роба взял топ... Я это пишу. Роботлорд взял топ-1 соло, короче. Ты приготовьтесь, нажимай? Да. Сейчас приду я, подожди секундочку. Это обидно, но это правда. Когда полетим? Давай, решай. Заправку. Давай. Блин, вот зрителей нету, но мне... Ой. А мы чё? А, нет. Хоть зрителей нету, но мне с тобой все равно угарно стримить.
Блин, походу купил скин Венома и все. Удача кончилась. Зато у меня есть скин Венома, и я счастлив. Короче, я... Ты куда прыгнул-то? За раску. Короче, сейчас гляну, где тебя замочили, где ты еще бил. Не знаешь, потом после стрима экран с видео сделаю и мем сделаю из этого. Короче, у меня есть оружие, я буду всем гарпуном стрелять. Да какого фига? Я человек. Я гарпуном убил. Кого ты убил? Гарпуном! Чё такое? Ты, я тебе ещё покажу. Ой, здрасте. А, это фигнёй? Да. Я думал, она только притягивает, она еще урон наносит. Ну да. О, людишки, Саш, смотри туда он. И они куда-то поплыли вниз. О. Потом там ведут, глянешь. Что? Ну, Валя, я тебя знаю еще потом. Или не знаю, правильно или неправильно я не шарю сделал. Иди купи тут у автомата большие пузырьки-то с этим. У меня нет денег. Чё? Нет денег у меня. Так иди, я дам. Сейчас. Вот, держи. О, новый ник пришел. Спасибо. Ментов надо. У нас еще звонят, не сейчас, Саша. Рома, у нас проблемы. Эйди... Чё? Нифига ты купил аптечек. Ну, у меня фул бинтов, и я тебе вот 5 штук. Или тебе 15 дать? Ну-ка, может... Может, за Эйди повезет. О, придумал... А, нет, у меня ж на фуле, тебе тоже. Все, давай, куда? В зону. Мы были наверх? Там что-то их, по-моему. Ай! Нет, тут нифига нет, сейчас. Кроме колеса ничего нету. Погоди, к нам идут! В смысле? Стой! Замри! Кто-то ходил. Ты не перепутал случайно, когда строится, это, ну, типа ходьбу со стройкой? У нас когда строится типа ходьба, тут текаешься постоянно. Может быть, давайте в зону. Давай. О, нифига себе сундук тут какой. Саша, у нас хорошая новость. Зачем меня? К Венам. Нет, РПГ нашел. Тоже вариант. Здравствуйте, Алекс Бор. Это же Саш, я бы сказал, которому... Который постоянно меня раньше монтаж просил. Да, Саш? Нет, не просил, я все сам. Нет, я про него говорю. А, давай. Куда? Не знаю. Так я... Давай кукурузный край. Может, там подарок снова будет. Там аптечка наверху. Аптечка? У меня фул. Блин. Я же сказал, аптечка.
Не, патроны нужны. Еще один гарпун, возьму его. Давай. Так, тут где-то сундук. Он пишет да именно. Ну. Да пишет. Именно, да. Во, я сундук нашел. Ром, тебе привет. Привет. Хотя только сейчас сказал привет ему. Ну, тебе он передает. Я понял. Что Валя, что он. Жар. Так. Ой, амузуни так. Пойдем пишем. Давай на машине, лучше на машине, а то потом как прижмет и фиг дойдем. Я не могу сундук пометить. Хочешь я тебе твою винтовку на колдую? Сейчас наколдую тебе. Дайте винтовку его. Не сработало. Так, будешь брать? Никаких мест нет. Ты живой? К нам присоединимся Dark Souls. Какой Dark Souls? Или кто там? Dark Souls. Dark Side. Погодите, а что, откуда я взял слово Dark Souls? Не знаю, здесь сам сказал это. Дела, да теперь нормально. Теперь? Ну, было нормально. Короче, по-всякому, как всегда. Нифига, я машиной наехал, ему пофиг. Да блин. Смотри, а тут тебе... Быть? Тут тебе ничего не надо. Зону. Ой-ю. Садись. Не в ту сторону. Ух, ё-моё. Я только сейчас заметил, что... Может быть. Он человек был, прикол. Где? Он там, вон он. А, нет, у меня крюки пошли. Ну-ка, к тому подъедь. Там он же прыгает на скалке, наверное, там можно... У него брони получишь, мне кажется, я не на фуле. Ну-ка, да, он прыгает. А, нет, он не прыгает. Вот танцует как-то. О, все. А ты кто? Торина какая-то. Раскрыть следующую бурю. Отправьтесь в параллель. А, понял. Так, берем. Да ёшкин. Чё-то нигде не вижу синей эмки. Нигде. А ты где? А ты вот он. Чё, поехать? Ага. Так, ты где? Я в Новгороде. В Новгороде я. Ты спалил свое место проживания, Саш. Ну и что, я это не скрываю. Адрес-то никто не знает. Или к сундуку сходить? Не, 5, 4, 3. О. Все равно к сундуку пришли. О, человек, Саш. Походу это автовладелец. Они уезжают. Или нет? Так. Меня сбивают!
меня хотели сбить. А куда он поехал? А, он с дробовиком и на курице. Патронов нету. Серьезно? Ай, не убивай. Нет, убил. Все, больше я без дробовика не играю. Он в тачку дёрнул. Больше я без дробовика не играю. Я обиделся. Задирает. Ну сейчас зона. Мимо. А мне еще мышку лагает, Саш. Извините. Все, больше никаких снайперов и ничего больше. Я сейчас всю капусту съем, чтобы это жить дольше было. А мою карточку нет. Подобрал? Я нет еще. Я как раз сейчас иду за ней. У меня патроны заканчиваются постепенно. Я больше никакой смены тактики. Играю по старинке. Никаких гранат, никаких... Что делают? Что? Ел. Слушай, можно тебе, Саша, тебе сестру свою отдам? Не надо, она захватит домой. Походу карте... А, получил, тут все забрал. Ты еще могу принять тут тебя воскресить? Прикол. В зону не надо. В зоне меня не надо воскрешать. Аптечка. Не надо, не надо. Подарок и аптечка. Так, лекаемся сразу. Что мы делаем сейчас за зоной, а? Дуры маленькие. В зоне, вернее. Да, в зоне. Где запчалка? О! В городе есть. Радуйся. Ура! Опа, людишки бутовые. Смотри. Ой, простите. Блин, что за сутка такая? Надо месяц играть с девайса, да? Не люблю эту игру теперь. Из-за того, что зона наверное, жрет чем мы здесь. Можно тебя с нами воскресить не здесь? Тут люди просто. Давай в зону. Здрасте. А зачем больше? О, здорово, пацаны приехали. А, у меня еще перезарядка, оказывается, была. Ой! Подожди, как я не убил? А он умер. Ну вы издеваетесь. Я, конечно, не хочу показаться глупым, а в чем вообще разница между 30 и 60? Здравствуйте, еще один. Короче, Рома пока доберет топ-1. Ой, стоп. А что сейчас мне сыграют? Плавность? Да у меня он вряд ли 60-то будет выдавать. Кого давать? А где вы, кстати, увидели, что я играю в 30?
счетчика кадров что-то я, кстати, не вижу. Там идут. Где? Ну, я вон, сзади, снизу. Ой, прости, прости, пацан. А где он? Он уже где-то за лестницей или сзади. Вот он. Да как вы так строитесь? Рядом с картой снизу. А, во! А я все думал, куда он пропадает, когда я помер. Ну, в ангаре. Спасибо. Тут не этих бутыльков. Одна штука не буду брать. А, никуда бегу. Рома. Никто мне не принес ничего. По-моему, ты меня уже не воскресишь. Я помню. Какой миленький у тебя зонтик. Не знаю. Не спуститься. Не, а так будет. А, все нормально. Угу. Подождала, больше нет. В общем, сегодня я самый бесполезный. Ну хочешь, я выйду поиграть пока один. Не надо. Одному мне вообще тут. Я почему один в Fortnite не играю? Ты видишь кого-нибудь? Не. Сзади! Ага. Дамы и господа, это статист в живом виде, в натуральном виде. Давайте. А он куда делся? А, знаешь, куда он делся? Там пистолет, там пулемет фиолетовый был. Я его слышу. А я его слышу, но не вижу. А где? Он. А, только смотри. Вон он. Серьезно? Второй раз топ-1 за стрим. Второй раз. Я посмеюсь над тобой. Я когда-нибудь тебя не сделаю. А куда прыгаем? На пляж. Летим. Думал, куплю скин, будет круто. А что-то купил скин, а не нагибается. Я хочу карна за. Создай мне карнажи. А как? Не знаю, на колду. У меня нету магических сил. Это тебе херобрань 1015 надо. Он мистику делает, передвигая предметы, когда ты не видишь его, что там есть. Без стрельба. Кроме гранаты ничего нету. Да, либо хотя бы гарпун. Как же гарпун? А, эту фигню. А чё, она по-другому называется? Да я не просто сначала не понял. Всё, больше никаких феномов. У меня есть костюм, мне хватит. Какой костюм? Вот этот. А ну-ка, а можно ходить и переплачаться при этом? Пока. Реально. Все. У нас Роман Лорд ранен. Или как вот. Эй, Роман Лорд, это ж ты. Dark Side или как? Dark Souls, я не знаю. Че фигарят у мне? Откуда? С Феррари. Да, я хочу поставить его, чтобы подняться наверх, он мне стреляет для чего-то. Я бегу.
Ой, карточка Дарксайда. Или Дарк Соуса. Где его? Где его карточка? Или как там ее? Карта, как называется. Карта, карта, карта. Сейчас. Давай иди без Даши, путешественницы, пожалуйста. Знать его не могу. Я не... О, я походу ее взял, или ты взял? Я взял. Пошли изучать его, она рядом. Нет, у меня взял, я взял. Мне пишет. Мне пишет, что я взял. Все. Еще не человек у меня. Чуди, фига тут людей у меня. Лежи, ты бы сейчас это видел. Так, ладно. Так. И сюда, пожалуйста, ты где? Поднимаем. Ладно, поднимай. Я к тебе прикрою. Ага. Смотри, смотри, Саш. Ползи, ползи. А, все, умер. Это ты его? Нет. Хорошая новость, мы в зоне. Плохая новость, плохая. Я не знаю, что делать. Я плохая. Я говорю, я не знаю, что делать. Вот уже были. Пойдем за Дарксайдом. Скиньте подарки на день рождения. Бери с собой, пожалуйста. Так, а ты где? А ты стреляешь? Ну так, так, так. Рома, ты ну, где? Там, я за... вот рядом с вами. Да все делают по киллу, один я без киллов хожу. Не, ну по-моему, этот Веном хоть размером с человека, да? Не, да, огром... не огромный. Что ты делаешь? Помечаю, чтобы... Куда ты? Опа! Да, прости, меня игра зависла. Готов. Вот зацените, а? У кого-нибудь есть удочка? Рома, иди забирай. Тут твои любимые. У кого-нибудь есть удочка? Нету. А акула есть. Парадокс. Ой, нет, так хотел.
Ну-ка, может, хоть где-то есть эта удочка? Нету. Ну ты глянь, а, она меня провоцирует. Вчера с рыбой было, а где ты раньше была? Ага. Для тех, кто не понимает, мы просто с Ромой играем вне стримов еще. Это кто мне ставит? Это мне поставили. А чё вы аптечку пропустили? Какую аптечку? Надо в зону, ребята. М? Надо в зону. Да, я вижу. Почему кто-то аптечку не берет? На фуле все, Саш. У нас просто максимум всех. А на запас. А почему не написано, что за мной смотрит один человек? Было два. О, мне эмоции новые подарили. Тут кто-то тачку забросил. Хочу 90 уровень за себя. Вроде пока что у меня сет как раньше. Вроде. 58. Тут 77. Давайте сюда. А чё Dark Souls? Куда Dark Side? Куда он поехал? У нас топлива больше. Куда? Там у него, походу, проблемы. Походу. Или мне кажется. Не знаю. Ты хоть там это... А вы где? Мы тут стреляем. Игра за мной просто издевается. Пока я их человека не видел, игра не зависала. Бегу к вам. Вот, Саш, смотри. Бегу я, бегу. Ой. Бегу. Почему я косой? О, стрельба, ты увидел какая. Да почему меня сбоку обошли? Почему я слабо сдвинула? А для чего я удивляюсь? Все, поиграл. Короче, я как всегда тяну всю команду на дно. Обидно. Ладно, зато весело. Ага. Подберите мою карточку. Пожалуйста, да, Саш? Ага.
А это последнее, Ром, возрождай меня за зоны. Добегу. Что он тебя поднимет? А еще возрождал окей. Ракета! Сегодня не мой день. Ладно, зато весел. Сегодня войне. Сегодня мне войните страдать. О. Я приду к тебе, буду с попкорном, Саш, я смотреть. Как я, бедолага, мучаюсь. Да. Тебе дай зелье выпить? На, держи, Саша, пей. Да, сегодня... Ну вы не приходи, потому что сегодня я буду страдать в войне. Где ты мне тут? Чё? Блин, я почти прибил его. Кого? Ай! Человек, кстати, зона дальше пойдет. Вот где Dark Side стоит, там вот зона будет. Я просто купил эту фигню. Показать зону? Ага. Так. Разбирайте. Кого разбирайте? Ну, тебя оружие, чё мне-то? Я все равно слабенький. Нифига он не показал. Так. Иду, я иду. Саша за кадром. Боже, какой я сегодня бесполезный. Почему за кадром? Я иногда на стриме такое же говорю. И Херобран 2015 такой. Я же говорил. Так. Так. У меня тут непредвиденный ситуэйшн. Да ёлы-палы, что я такой тупенький сегодня? Давай тогда вот так. Саша, я сейчас обо тебе видел. Чего? Короче, он хочет на этой фигне прыгнуть вверх, а я его как-то он, во время того, когда он прыгает вверх, попал случайно на него, и он вот этого. Мы, кстати, задание провалим. На убитую. Видите, ребят? А вы где? О, нифига, Саша, тут у меня подарок есть. Золотая винтовка. Бегу. Бегу, бегу. Она буквально золотая. Да. Это знаешь, походу из этого скина, Мидас или как там? Саша, ты готов к первому месту? Это вы готовы к первому месту, я так балластом. Кого вы так?
А вы где? Три раза топ-1 за стрим. Ну, ну это... Это в лобби. Надеюсь, тебя тоже, кстати, нормально слышно. А то у меня бывают такие моменты, что мне что-то то одно не работает, то другое. Так, вроде да, все нормально. Куда летим? Я вот думаю. Куда летим мы с Карнажем? Большой-большой секрет. А наша заметь, у меня ник золотой в игре. Гигантские. Не то. Значит, сюда вот идти, значит. Наверное. Ой, фига себе, мы далеко уже. Ты так долго планировал маршрут, что... Это не это игра. Игра долго планировала маршрут? Ну, на пробел просто, полетим так. Чего? На пробел нажми раньше времени. Не, я долечу. Я так, я по старой схеме. Ребят, простите, просто я еще чайку не попил сегодня. Сейчас два Карнажа встретятся. Будет забавно. Почему два? Потому что я и, не знаю, например, другой. Кстати, что-то Венома именно нового, ну вот, как у меня, и Карнажа, я вообще что-то два раза, по-моему, только видел за всю игру. Не знаю, может быть, мне... О, здание выполнил. Так, ломаем. У меня шаги, я тут чел... А, вот оружие нашел. И это опять та самая пушка, которая с огромной прям отдачей, я сказал. Ой, я уже вижу, кто-то камни построил. Вон он! Я иду. Опа, автоматик. О, дробовик. Туда не брать пока не буду. Не волнуйся, я здесь. Рома, чё я нашел? Например? Фиолетовый дробаш. Фига себе! Чё, офигел, чё так, что ли? Вон он там, он убегает! Где? Сейчас догонялки будем... А, напоминаю, симбиот бежит два... Два километра. О, задание, может, возьмем? Бери. Блин, нет, надо, я хочу глянуть, где он. Мне надо открыть три сундука. А чё у тебя ник золотой и уровень оранжевый? Мажор. Не знаю. Может, в зону? Можешь меч юзать мне? Ну как хочешь. О, человек. Где? Вот он у меня. Он мне стреляет. У меня нет оружия на дальний бой. Вот он. А. Где твой совзводный? До свидания. Я так и не понял, где его совзводный. Сейчас оглянусь. Может, он и был, за которым ты гнался. Догонялки, блин. Может быть. Давай в зону, вон там Феррари. Или как я. Сейчас я верну свою кирку. Тебе надо отталкивалку. Давай, вместо этого возьму автомат одного. А мне автомат тогда дай. Так, патроны подожди. На. Иди за руль. Ну, на заправочку поедем. Погодь. Как обычно.
Опа, стой. Бутылек. Два бутылька сразу валяются здесь. Пей. Нет, ты убери тут. Нет, ты я... пей. А, у тебя уже нахули что? Так, Ром. Откуда? Сундука. Там, где же... Там, где же и... Чё? От хит-машины. Спасибо. Поехали. А как проехать, блин, вот тут, тут же закрыто? Да легко. Во. Мы в параллели или в зону? Нет! В зону. Правее бензин закончится. Ага, вон она прям тут. Что это такое? Рома, походу мы не доедем. А точнее... А точнее, вроде и доедем. О, заправка. До полного бака, пожалуйста. Давай сейчас. Ой, лаги. Вон новый уровень у меня. Ты землю поливаешь. Ну, почему тогда идет заправочка? Меня показывает, как будто землю глядь, сдаю. Все на фуле. Странно выглядит, да? Карандаш из фильма такой, не понял, что это такое за хрень. Рома, зона-то, ёпарасы-то. Да ё, погнали. Нифига ты её поводила. Я думал, как ты ещё в ДСГ не упал. Ой. Ладно, старый диски. Рыба. Не кажется ли я воздухе ищу? Нет, ты бегаешь на месте. Все, убираем. Все, мы доехали. Ой. А вот и первая жертва. Вторая, вернее. Где он? Вон они. Выстрелы. Это динозавр. Стреляет. А-та. Вон он. Секунду. Динозавр, мы за тебя. Мы тебе поможем. Хотя же с тебя поможет. Динозавр мне... помог. Ты... В прямом эфире, без смс-регистрации. Блин, надо один выстрел пацану этому сделать. Где он там? Надо один выстрел всего ему сделать. Все. Молодчина прикрыл. Вот, вот, сейчас не до вас, мистер. Идите отсюда. Окей, значит, не хотите сами уходить, до свидания. Тут смотри сюда. Ты не слишком груб. Слушай, иди отсюда. Извини. Он мне снял по броне, собака. Ну мясо не восстанавливает броню. Потому что, потому что это было читерство бы, наверное. Наверное. А можно удочку? О, дай-ка лучше возьму вот это.
Бери. А, нет, у меня уже есть дробовик, и он уже... Рома, машину нафиг и вперёд. Садись за руль. Она идет с дизона. Я и говорю. Почему машина не... Чё? Ты черный или синий? Или ты черный синий? Я вроде бы черный. Ну, она черная машина. Сделай черную. Я не могу. Она серая. Ну только не параллель. А чё? А на карте он, потому что перед нами он прям. Так я и хотел. А ты чё такое? Где? Yeah. Смотри. Ё, это здоровяк тот самый, помнишь его? Бери вещи, ты на вещи смотри. А, это беру одну. Автомат на тебе синий лежит. Бери вещи, да. Бери вещи и текаем. Да подожди, что ты, смотри туда. Что там, здоровяк? Бери все вещи. Я уже взял сумок. Чё, и мне гранату что ли брать? Извини, Ром, я буду без ракетницы, я не умею ими пользоваться. Он что, знаете, что ли? Нет, он с ними воюет. А мы... Вот человек. Готов. Что это такое там у него тут? Не это. О, это моя винтовочка любимая. А моей нету? Не завезли? Мо... Нету, нету. Монструга, пожалуйста, идите отсюда. Я не хочу с вами дело иметь. Смотри, как повезло. А точнее. Еще один лут. Рома, иди сюда, тут тебе защитные стенки и прыгалка. Ну что, за меня ходит? Ну вон. Там сзади тебе. А что ты. Я. Что ты тратишь дерево? Я пишу драном. Не так нормально. Это я возьму. А что ты второй синий автомат брать не будешь? Зачем? А, у тебя уже есть. Нет, улик нету. О, птичка валяется. Одна. У меня и так уже их три. Я не знаю, Ром, брать ли мне вторую ракетницу или нет. Вторую? У тебя сейчас первая, что ли? Нет. Ну там же две лежало. Не знаю. Бери, по-моему, ты нормально стрелял с нее. Ну так а вместо чего? Трех аптечек или 15 бинтов? Мне кажется, 15 бинтов лучше. У меня есть три аптечки с собой, я с ними хожу. Я бинты не беру. Я тебе могу здание выполнить. Ну она всего тут на один выстрел. Блин, нельзя ломать. Ай, ладно, у меня все равно нет к ней патронов. Погнали. Сейчас я тебе могу здание выполнить. Ай, меня бьют! Меня в параллели засосало. Так беги оттуда. Так это что такое? А, вот сундук нашел. Вот все. Ну-ка, свинья, нападай. Сейчас я тебе покажу, как с Веномом делаем. Что ты плутал? Стрельба, что ли, все? Так я в параллели воюю, помогай. Иду. А можно прям тебя ракетницу шмылить? Шмальнул-то. Надо в монстра ракетницу шмылять. Только себя не подорви, а то я тебя знаю. Только зона, зона, зона. Слушай, выйди вообще из нее. Рома, где машина? А машина там. Да. Пешком туда, поэтому дойду. А ты даешь или нет? Лечись. Дойду. А я дойду. Дойду, дойду. Не подыхай, пожалуйста. О! Я на такси могу попробовать доехать. Давай. Я на месте. Стрельба. Дробовиками слышу.
Его. О! Фига себе, смотри наверх. Тихо, тихо, тихо. Ура! Куда улетела она? Да ты что ли напугал? Где они там? Мне нужен автомат, мне. А вон они! Готов первый. Второй почти готов. И второй готов. А вот здесь они сидят. Аккуратно, там бот, смотри. Ну-ка, сейчас расстреляю нафиг. У тебя какие-то заготовы там? Готов, пацан. Пойдем к нему. Так, а там? Чё там? Там тоже лут. Ну, я сначала к этим посмотрю, они были богатые, мне кажется, на вид. Давай иди туда тогда, а я туда. Один человек у меня. Ой, куда же я тебя одного оставлю-то? Хоть ты и статист. Ёп! Кажется, ты сбоку бантик. Готов первый. Второй тоже. Фига себе, у него твоя винтовка любимая. Фига тут лута, Саша. А тут один человек остался, прикол. Нет. Я, кстати, его на карте сейчас видел. Он долетел. Метла нашлась. Да ладно. Богато, богато. Богато. Где у вас? О, автомат золотой твой, бери. Это не автомат, может, а метла? О, а реально, сам... слушай. Проглядел все на свете. Бери себе с глушителем тогда. Так вместо чего? Вместо своего автомата. У меня нет автомата, у меня... Давай. А ты-то взял себе? Да, вот, бери, Дим, валяется. Сейчас покажу. Вот. Нифига богатенький лут. Может, мне лучше метлу взять? Не надо. Где-то человек шляется. Я видел по карте, летел он. Так, нафиг это убираем. У меня теперь и на снайперку, блин, и... Готов. Да ладно! Слушай, Ром, это что получается? Мы вообще... Я вообще думаю, игроков еще 15 осталось. Да я тебе говорю, там один игрок остался, я говорю, где-то шлялся, я видел. А мы без напряга топ-1 взяли, что ли, получается? Нажимай, готов-то. Нажал. В общем, Рома тащит, а я так на фоне. Позор Вьянама называется, это свои головы. Так, куда? Сейчас узнаю. Так, вроде нормально все, интернет даже пока не тут. Пока. Мне, короче, да, вот. Задание надо мне выполнить. Куда делась. Куда делась эта штучка в виде Наруто-то? Она же там была в бонусных наградах. Нет, да. Металл, что ли, собирать? Да, да, надо собирать тоже мне. Да вообще мне на этом ракете сюда запустить вверх. Такое задание. Так где она? Я что-то пока не вижу. Мне кажется, ты его вообще сам не увидишь, потому что я ждал, не брал. Ничего. Ой! Не... У нас человек. Прям здесь. Угу. А ты где сам? Сейчас гляну. Это до свидания, до свидания. Вот, нашел, все. Да, не я выполнил. Новый уровень. У меня тоже. Я его как бы потряс, но напарника его я что-то не вижу.
Сейчас я гляну. Ну я тоже. О, еще вот далек большой защиту нашел я. О, выпьешь. И я тебе свою дам, у тебя двойная будет. Так. Вам удочка не нужна? Нет. Иди ко мне. Слушай, тут еще один телек лежит. Знаешь, как давай сделаем? Подожди, пока не пей его. Эх, или пей, не знаю. Иди сюда. Сейчас, сундук. Вот, вот дробовик наконец-то. Я его сразу нашел. Иди мне сюда. Так, подожди. Я тебя хилю как бы. А, ну ладно. Теперь сам пей там все. Эй, тебе не хватало. Ну и а, что, подумал на 10. Сейчас, подожди, стой. Так. У меня какое-то задание, я сейчас прочитаю, я его не увидел. Так. Мне интересно, стрим вообще идет? Пока просто никого нет у нас. Так, вот нашел. Ай! Что? Я случайно. Напугал. Будешь брать? Возьму. Блин, пока нету альтернативы. Ты что, себе броню взорвал? Да. С ума сошел? Да я случайно. Там канистра, оказывается, была, я не увидел. Я говорю, Веном только позорю. Позор Венома. Пойдем в зону. Иду. Ну ты заходишь еще, иди, я полечу на этой вот фигне. Блин, надо еще построить одну. Полетел. Мажор. О, бутылек валяется. А у меня стрельба. Раз. Тут бот, который броню дает. Да нет, человек, пожалуйста, он не человек, а Веном обратно. Чё? Уже не важно. К сожалению, действие кубика закончилось. Где чувак, который дает броню? Где-то вон там они. Ёп. Ну, стрелял по нам. Готов первый, сейчас второго. У него ракета! Граната! Чё, убит? Ага. А ты играть зависла, я ничего не увидел. Че, еще один? О, где? Вот он. Готов. А там где-то еще. Ну, один где-то. Красава. Блин, не вы найти эти запчасти. Потихоньку.
Оп, она. А где же еще-то один был, который типа, в меня стрелял спереди? Не знаю. Ром, будь аккуратнее. Вон он! Где? Александр, бомба! Че, убил? Угу. Угу. Знаешь, все-таки я оставлю эту пушечку себе. Где-то еще один сидит, он гранатами шваляется. Дай-ка я припугну немного. Откуда? Пусть же вопрос. Сейчас я припугну его немного. Пускай где-то шарится сам. Вот он будет шариться. Я никого. А где он? А может вообще тот кинул самый, которого мы убили сейчас, точнее ты. Три раза, пока я его убивал. Так это я заберу. Чуть за место, это зона. Мы, кстати, в зоне уже. Теперь нет. И сверху тут. О, Ром, хватай кукурузу. Я нашел запчасть для моей винтовки. Хватай кукурузки, их больше. Ну, почему не хватай? Места, точнее, это. Александр, ходи, прикол. У меня пинг и в игре. Играл отпингует. Я ничего сейчас не могу делать, потому что игра... Всё, у меня интернет прахом. Ты хочешь сказать, мне тут одному пока придется досидеть? Пока что одному. О, всё, вернулся пинг. Ну, в смысле это. Интернет остановился. А вот у меня так каждый вечер. Я иду. Теперь походу и у меня еще будет. Привалим отсюда, может. В магазине есть. О, это я возьму вместо этих аптек. Нет, вместо пистолета. А вы броню не даете? Нет, ну смотри, что она дает. Винтовку? Фига себе, она мне дала вот. Я раскрыл круг бури или как-то там. Рома, зона. Садись на машину. А где машина здесь была вроде? Вон, она без колес. А у меня есть колеса здесь. Ну-ка, пробуй установить. Покажи. Вон. Покажи. Где? Мне кажется, я быстрее, чем зомби бегаю. Да вон. Нереально, я быстрее. Че, восстановил? Я еще не доехал. Метла нашлась. Да! Я метла. До свидания. Я уже почти у зоны, считай. Я что, тоже метла, что ли, нашлось? Я машину восстанови. Пока ты лишь за эти зоны идет. Подожди. Тут просто аптечка была. Давай, пока что. Я полетел дальше, сейчас. Так прыгай в машину, ты. Эй. Все в зоне.
Ты взял что ли задание? Ага. Это не ломается. Это ломается. А вы куда, Александр, если не секрет? Подождите меня. Я просто доехать. Давай в машину и в зону. Или поищем эту. Заказ. Она уже нашлась. Да? Где? Вон. Далековато. Стой! Она по мне попадает. Потому что не она, тем более. А мне нечем. Здесь еще дома нет. Фига тут трое людей. Рома, уноси меня отсюда. Каким образом? У меня нет оружия на дальние расстояния, у меня только на ближний бой. Мой просчет, согласен. До свидания. Рома! Подъем меня! Согласен, это мой просчет. Ты меня застроил. У меня нет оружия на дальний бой. Это мой просчет. Надо было винтовку. А, она урон не наносит, да? Та винтовка урон не наносит, так ведь? Не знаю, он то есть, винтовки любимо стреляет по мне. Ага, и по мне. Ну тут броня у меня вообще мощная, сейчас разберусь. Что это такое, ну-ка? Непонятно. Давай, это, например, мы полетели отсюда, курица, лети! Давай в зону просто полети спокойно. Так я лечу! У меня курица-то медленнее летает, чем твоя ветла! Рома, вот так я летаю! Ты на метле, я на курице! Ну, я ничего не выстрелил. Надо убрать эту стенку, мешает. Так, метла нафиг. О, дровик фиолетовый! А ты где, если не секрет? Я на курице летал. Пузырьки есть? Ладно, на. А тебе шмаляют, уже вижу. Эй, почти до камня добежал. Нафига ты стоял? Я мансовал, а не стоял. Ну все. Пожил. А он убежал. Понятно. Отыграл. Почему все вдаль попадают, я нет? О, Ром, может успеешь? Ну так куда тебе успею? Пока я пойду туда, они меня завалят. Видишь, они охраняют эту скачалку. Может металл-то они долго пробивать будут? Может он уже свалил оттуда? Попробуй. Сомневаюсь. Да. Почему? Где они? А, ее убили уже. Наш заказ убили. Давай, давай скошак там пару сантиметров. Может добежишь? Добегу, ты добегу, скажи, поскольку. А типа почти ты снишь оружие нормальное. Ну, пистолетиком повою. Там посмотрим. Остались.
трое на двое получается, или четверо сейчас будет, не знаю, может. Сейчас кто-то придут. Ну теперь шестеро осталось, да. Вон и люди. Так, ну... Это та коза, которая меня в основном убивала, с, не знаю, в крысу. Еще один пришел к ней. Они со мной тимы. Сейчас, подожди. Фига! Ой, Александр, поможете? Просто какой-то просто. Тут горит все. Я не вижу так. Топ один! Он в машине убегал, я в него стрелял.